Надежда. Только надежды помогает нам пережить очередной день. Эта зима 2043-го была невыносимо холодна, невыносимо трагична. С тех пор, как моя жена Алиса Гибсон исчезла, словно испарилась в воздухе. Без следа. Я продолжаю вновь и вновь переживать воспоминания того, как умираю. С того дня я умираю в каждом своем сне. Детектив Гибсон, это тело просто-таки из ряда вон. Думали, что прикончили меня, а я даже и не почувствовал. Алиса, чего ты добиваешься? Создать мир для снэтчеров. Это моя единственная цель. Действия такого упорного человека, как твой муж, будут препятствовать экспансии в Неокобе. Ну, обычно все полицейские настойчивы. Как слышно? Нормально. Подавляю шум вручную. Продолжай говорить. Вручную говоришь? Ты же робот. Да. Они были убиты. Абсолютно весь экипаж мертв. Мне пришлось бы просто убить вас. Убить меня? Ты бы убил одного из своих? Джон, что это было? Этот взрыв! Что же я? Жак. Что же я наделал? Джон, прости, что я отдал тебе этот приказ.